и встал сегодня рано, и лучше сразу ляг. Полезут петросяны, обрушится аншлаг. Страшнее, чем похмелье, апрельский первый день. От жуткого веселья не скроешься нигде. Желаю силы веры достойно встретить то, что к нам стучится в двери 101-й конь в пальто. Всем пока-пока! С вами была Людмила Чепчугова. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите свои...